Костя лось. Уже полчаса ждет. А есть минералочка? Апельсинчик? Хорошо. Костя, ты первый, да? Да. А где ты стартанул? Откуда? Спасибо. О, да. Стартанул откуда? Откуда стартанул? А, ну далеко от кончилочки. Ага. Нам еще 2 дня здесь сегодня, и что покушать, и завтра. А потом еще МС, потом а еще. Потом Лаутон. Thank you.
сейчас, секунду. Да. Чуть-чуть отъехали. Там развилка дальше. Не, шестерка за счастье. Все равно не хочу. Не хочу быть счастливым. Несчастным. Да, вроде. Я так боковым зрением глянул, вроде. Вроде там этот Шамбри 4 километра вниз. Сейчас. Тут можно типа нырнуть туда. Или на тут. Дальше он перекресток. От Шамбри мы правильно ехали. Костя. А? Типа мы не туда заезжаем в Шамбри? По треку мы правильно? Да, здесь часто трек. А. Ну, значит, туда два заезда. А мы не ищем коротких путей. Коль дыма сегодня два. Да не, она же в долине. Хотя такие маленькие торчок есть. Надо же 200 за день набрать. А ты сколько набрал? А? Ты сколько набрал? А я не знаю. Страва считаю после того, как ты в интернет загружаешь. Она типа трек кидает туда. Стала его колбасить как-то по-своему и выдаю уже сегменты там
время, среднюю, количество набора, четверть, ну, скорость. В общем, все, что считаем. Я пытался с травой мерить забеги. Бегаю в парке партизанской славы. Угу. По дорожке туда-назад. Такое ощущение, будто весь парк отбежал. Ну, если GPS в энергосберегающем режиме, то да. Там аккуратность страдает. Мы едем не в Шамбери. Может, Машу набрать и спросить? Типа, мы едем по треку, но против знаков Шамбери. Маш, мы с Костей едем по треку, но все знаки, там буквально пару километров, показывают, что Шамбри в другую сторону. Это не имеет. Как? Ну нет, главное, что мы по треку едем. По треку все нормально. А, окей, все, едем.
я думаю, мы там проедем. Прямо? Hey.
Все, давай поедем на велодорожку. Ну или так.
бери направо. А нам? Смотри. Видишь, какая? Мы откуда? Ну вот он. То есть нам нужно где-то на кольце развернуть. Ну, то ли вот это вот разворот. Ну, так, конечно, мы должны крутить опять в ложную сторону. Угу. Наверное. Да, положим здесь. Все. Типа мы выйдем. Мы же тут с отбойником штуку не приедем. Я думаю, нам надо направо сюда. В большой петле. Ага. Но выведет ли он нас на автостраду? Я смотрю. Ну поехали. Нравится. Интересно. А там не рисует таких? Да. Наверное, трек ложили не под велодорожку, а под обычную дорогу. Можно вернуться на тот круг и оттуда поехать. Там на том кругу съехать и туда. Ну, нам туда. Нахуй, ну нужно по петле вернуться обратно. Или вот туда. Ага. Так что нам вот сюда, допустим. Thank you.
Поехали в пенек куда-нибудь.